Всем день, всем здравствуйте. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, цыпочки, привет, орлы. У нас сегодня почти праздничный день по этому поводу. В смысле, почти у нас праздничный день? У нас сегодня не юбилей, оно, наверное, 12 лет в браке. С праздником. Да. Спасибо. Никелевая свадьба. Да, знаешь, это выглядит как на меме «мой». Ты не шокируй так наших зрителей. А, в общем-то... Сегодня без макарон, Саша сказала. В общем-то, что? 12 лет совместной жизни в браке. До брака мы прожили еще 2 года. Всем привет, всем здравствуйте. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, цыпочки, привет, орлы. Привет. У нас сегодня праздничный день. Ну, мы сами об этом не помнили. А если ты дату назовешь? Конечно. Если бы родители не напомнили вчера, мы бы и забыли. Ну да. Сегодня 29 июля и годовщина свадьбы. В общем, мы терпим друг друга уже 12 лет в браке и без брака 14. А я как-то оговаривалась о том, что я уже 4-я жена у Игоря, так что вы можете представить, сколько у этого левеласа опыта. Вот здесь вот комментарий поставлю. И дальше хочу поставить видео. Сашу вдохновил этот комментарий про левеласа на вот это вот видео. Посмотрите, пожалуйста. Вот. А мы едем к Романовым. Романовы, вам привет, знаем, что вы нас смотрите на ускоренке, поэтому буду говорить еще быстрее, чтобы вам было сложнее это слушать. Очень сложно все понять. Я не могу так быстро. Давайте я буду медленно говорить, чтобы им было нормально слышно. А я буду очень быстро говорить. Мы едем за колбасками в Ленту. Сейчас купим колбаски, приедем к ним, пожарим. Честно говоря, мы напросились. Посидим, поболтаем, потому что, ну, давненько этого не было, и уже хочется как-то посидеть, пообщаться. Да, у нас этот месяц сейчас свободный. Ну, как свободный? Мы работаем в штатном режиме. Просто мы не едем на ярмарку в этом месяце. Да, и мы хотим максимально сейчас уделить время лету друзьям и вкусной еде. Да, у нас нет друзей. У нас нет друзей. Потому что нас друзья смотрят вот влоги и потом не звонят и не говорят, да, потому что все известно. Да, они говорят, вы и так с нами каждый день, поэтому про нас в живых забывают, а вот во влогах смотрят. Родители, кстати, этим тоже грешат. В общем, приятного вам просмотра, презентуем вам левеласа. Мы уржались с Игорем и Сашей, ну да, конкретно. А мы поехали, будем снимать влог. Какая прекрасная ночь, мадемуазель, не правда ли? А вы кто? Вы черный левелас? Если мадемуазель так угодно. Мы уже заехали, колбаски взяли в Ленту. А Игорь только что заехал. Вот здесь вот вкусный хлеб мы берем. Ну, вы поняли, где, короче. Ханты-Мансийский. Ханты-Мансийский, да. Горячий просто аромат, вы не поверите. Вот эти лепешки вот только в этом месте здесь вкусные самые. Кого? Ну, конечно же, она не сказала самое главное. Сколько мы берем этот хлеб, мы никогда его не съедаем. Нет, последние 2 раза мы не съедали. Мы забывали о нем. Один раз в машине оставили, а второй раз в сумке забыли в пакете. И только дома обнаружили. Ну, в общем, она каждый раз, надо купить хлеб, надо купить, заехать хлеб. Мы его берем, она его не ест. Я даже не знаю, какая тут температура. Вот так вот. Где? А, ну они горячие только из тандыра. Я не знаю, слышно вам было, нет? В общем, 2 раза мы забыли. Один раз в машине, другой раз в сумке, в пакете лепешки, и только обнаружили дома. Вот. А так они очень вкусные, особенно с моим соусом. У меня есть фирменный соус, он есть на канале несколько раз, рецепты я повторяла. Чесночный сметанный соус. Девочки, это просто ум отъешь. Этот соус подходит ко всему, разве что к сладким тортам он не подходит. А так абсолютно, к макаронам, к гречке, к мясу, рыбе, курице, комарам, мошкам. И с этим хлебом макати в соус, это просто объедение. А мы уже приехали к Романовым. Что-то они так машину запарковали. Романовы, вы что так машину запарковали? Нам неудобно. На наше место. На наше место, вот. Поставили свою машину. Вот, по факту. Чего? Все, мы вот пришли хозяйничать, Альфа, будем. Альфа. Иди ко мне. Иди сюда, моя сладкая. Рома, привет. 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 Подписчикам привет. У нас много новых подписчиков. Вот теперь будете знать, это наши родственники. Папа еще выйдет. Здравствуй, Катя. Иди сюда. Иди, иди, моя Чик-чик-чик.
Игорь, который боится собак. Слышишь? А? Они на решетке жарят. Иди ты, знаешь куда? Иди сюда. А на чем надо? Не говори. Смотрите, кто тут еще живет, обитает. Рома, привет. Рома, здравствуй. Рома. Здравствуй. Здравствуй, Рома. Ты красивый, Рома? Рома красивый, Рома красивый. У него есть любимая песня, песня Гагариной Полины. Да-да-да. Он под нее танцует, красиво расправляет крылья. Рома. Рома, красивый Рома. Да, ты красивый. Включи песню Гагарины, которую он любит. А я не знаю. А вон стоит Маруся, да? Ну, сейчас не слышно будет. Ром. Привет. Рома, привет. Привет, Рома. Пойдешь? Ну, ты куда? Возьми на палку его. Ага. Рома, привет. 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 Ром, привет. Он стесняется. Рома, привет. Рома, привет. Привет, Рома. Привет. Очень красивый попугай, конечно. Да? Скажи подписчики привет. Иди, иди, я тебя поглажу. Иди сюда. Иди. 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 Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Так, клювом не надо? Не надо ко мне клювом. Давай, давай. Вот, молодец. Он любит, когда ему перья чешут. Давай, давай, под крылышком. Давай. Вот так вот. Какое крылышко красивое. Рома красивый. Красивый Рома. Рома красивый. Любит, когда ему подмышки чешут. Красивый Рома. Да? Рома красивый. Красивый Рома. Ну все, пошли дальше. Альфуся. Игорь. Ты доведешь наших подписчиков... Опять слово «жопа» нельзя говорить. Нет, оно же другое. Ты видела правду? Ну, в смысле, вы все время сейчас про нее говорите. Ну, где-то рассказывали. Ну, что кто-то что-то замечание. У нас, да, замечание сделали в комментарии. Просто сказали, что это ужас. Это просто ужас. Вот. Самое безобидное, что вообще ужас. Ну, это и дело. Как Саша сказала, почему орган есть, а слова нет. Что еще можно пообсуждать при встрече, да? А сегодня как? Раз, спрятал. Рома, красивый. Красивый, Рома. Рома, красивый. Покажи красивый. Красивый. Ой, какой красивый. Ой, какой красивый, красивый. Он как Сима перед камерой. Да-да-да. Вот Сим тоже любит выделываться. У Кати здесь хозяйство. Здесь у нее помидорцы. Вон перцы уже, видите? Перчики какие красненькие. Здесь у нее вон чего, ягодки есть. Земляничка. О, малина пошла, там еще корова. Там? Внизу. А. Там прямо кусты. А тут смотри, обрезали малину, смотри, какая жирная. Это у тебя вишня, что ли? Да. Офигеть. В Хантах вишня. И даже спелая вон что-то там висит. Ну, яблоки у Сентеева. Да? Ну, пойдем, рассказывай. Вот, ну, мы в этом году только поставили прямо на кучу земли. Рома говорит, я не хочу таскать землю. Вот где куча земли была, так сверху колпак поставили и раскидали. Да. Ну, легче этот, слышишь, дорожку выкопать, ну, чем землю натаскать. Да, к осени вот тут он бордюрами сделает. Это у тебя воловье сердце? Я не знаю, что это я купила. Катюха себе огород поближе придвинула, и зашибись. И это... У меня никогда не завязывались помидоры раньше. И теперь вон, смотри. А как ты их развязывать теперь будешь? А ты знаешь, вообще теплее же в этом году, еще теплее, чем обычно. Нет, на даче дело в том, что мы же там набегами приехали. Я поняла, почему их не было. Потому что каждый день поливаешь. Смотри, потрогала чуть-чуть, ага. И аромат уже отдал. Да. Ну так это натуралити. Так, а эти жирные такие ветки у тебя там? Ну я, короче, не умею еще это все делать. Ну, у меня там я всяко разно посадила на улице здесь, чтобы как бы посмотреть, что я умею. Вот, вы же не знаете, новые зрители, Катя, это сестра Игоря. Двоюродная. Вот. А Рома убежал где-то, это муж Кати.
Одноклассник Игоря. И одноклассник Игоря. В общем, там Санта-Барбара. Ой, у нас такие родственные связи. Мы тут же ездили в Ялуторовск. Вот, у Игоря еще одна дочь обнаружилась. Мы знакомили. Да. Игорь, ничего ты наплодился. Ну-ну-ну. Слушай, смотри, какие красивые. Знаешь, для меня они ассоциируются с чем? Кто? Осень скоро будет. Да, мне на день рождения баба Зина все время дарила. А мы ездили на дачу, я когда еще на Западной Украине жила, мы ездили на дачу в канун 1 сентября, срезали, вот, я забыла, как они называются. Георгины. Срезали, у нас большие кусты были, очень много. И себе, и соседям, и 1 сентября я уже шла с цветами. Так что у меня ассоциация строгая с ними. Тут у тебя бобы. Тут бобы, бобинка. Это я пахнет? Ее перетащила вот только, ну, вот в этом году она все сделала, она внизу у меня сидела, вот. Ничего она не плодоносила. Вот так вот в ведрах еще попробую в гараже потом перезимой. Угу. А там малина. А сюда вы сбрасываете неугодных вам людей кубарем? Да. Ну, слушай, вот каждый раз сюда поспускаться, поподниматься. Да и нормально это... там. И похудеешь. Не такой уж там и спуск. Ну, вон у тебя там, а там у тебя эти царские слезки. Там и дальше... Клубника. Нет, а цветы. Что такое царские слезки? Ну вот оранжевым, видишь, вот такое вот. Саранки это. Ну вот, царские слезки они называются еще. Слушай, пахнет сеном. Классно. Травы. Вообще зарастает, дождь прошел, все поднялось. Ну, ой, так. Иди спустись, там малина шикарная. Не, я не поднимусь. Ты что? Я со спиной, это вообще... Вот даже отсюда, наверное, видно вот этот вот кусок. Да видно! Я просто сейчас мы Сашка за как упанет туда. Вот. Но лето, скажи, в этом году совсем шикарное, другое. Шикарное, шикарное лето. И лёзу спилили, смотри, он, который там стоял. Вы изверги, зачем вы лёзу спилили? Так Андрюша говорит, вам быть без рук, а в руки. Ну да. А это? А чё по комарам у вас тут как? Вот, видишь, нет. Пока нету. Ну, вечером пойду, вот если я туда спущусь, то ну, там, там трава, там конечно. Комары, да. А здесь нету. Сижу вечером, могу там... Альфа что-то шубу-то не сбрасывает. Она уже обрастает обратно. С этим, с подпушком конкретно. Ну, пойдем дальше. Здесь уже стол накрыла Катя. В общем, мы сейчас будем жарить шашлык. Ну, не шашлык, вернее, будем жарить, а купаты. И будем сюда выкладывать. У нас сегодня взрослая вечеринка. Это когда так хочется собаку, да, Саша? Да ладно! Все прям реально. Давай сейчас тебя сфотографируем. Блин, большая собака. Это... Ой, вообще любовь любовная, да? Пришла к тебе сама. Ну что, дорогие друзья, хлеб готов? Да, есть в косяк. А, тут тоже Саша нереально. Камера вообще так врет. Я бы сказала, даже трындит. Ну, в общем, не так все страшно, как кажется. Но Альфа ловит свой звездный час, да? Дайте, дайте, скажи, дайте, дайте, дайте. Нам приятного аппетита с угольками, но зато у нас приятная атмосфера. Там наши мужчинки сидят. Здесь Саша с Альфой. Катя, зайдут угольки, да? Очень даже заходит. Давай, я присоединяюсь к тебе. Спасибо, что вы нас приняли в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо родителям, привет. В Смоленск. В Смоленску привет. Так что мы отдыхаем. Альфа, ты тут прям ловишь конкретно свой звездный-звездный-призвездный вкусный час. У нас подоспела вторая партия мясных прелестей и деликатесов. Альфа, ты тоже, да, тут подоспела. А в этот заход у нас получилось более презентабельно, более съедобно и не так подгорело. Но всегда нужно иметь в голове о том, что активированный уголь, он вам в помощь. А тут сразу, если где-то подгорело, и умыли рядом. Подавился? А что такое? Ой, блин.
Ну, такие смешные. Вам только фильмы озвучивали. Это какой-то обезьянец. Тут уже собаки просто с ума сходят. Одновременно. Это называется, когда попугай трулит. Вот такие дурные. У него крыло застряло. Игорь. Ладно, хорошо. Кто его теперь успокаивать будет и спать укладывать? Дурдом. Хороший. На выезде. Хороший мальчик. Короче, дорогие друзья, если завезете попугая, Да. Имейте в виду. У него свой расколбас. Может быть вот так. Ну, еще половина людей здесь находящихся будут орать с ним вкупе. Ну, как бы, он сам завел публику. Да, Рома, да, Рома молодец. Какую Катя он любит песню? Кукушка. Маруся, включи Полина Гагарина «Кукушка». Ради этого даже авторским правом пожертвую. Маруся, громче. Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на высоках, камни лежат или горит звездой. Попугай кайфует. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Птицу прет. Вот так. Танцевался.
Но мы уходим уже в приватное общение, в приватное времяпрепровождение. Можете додумать, что хотите. Мы отдыхаем, встретимся с вами завтра. Пока-пока.